Сбываются заветные мечты в этот праздник Рождества Христова. Жалко, что по сути я и ты его достойно встретить не готовы. Ждем подарков, веселимся, пьем, но Христа поныне распинаем. Вроде жизнь необычную ведем, но элементарного не знаем. На кресте Господь распялся, кровь пролил, чтобы душу мы с тобой спасти могли. Чтобы мы старались жить и не грешить, и чтобы строили по Божьей нашу жизнь. Чтобы мы старались жить и не грешить, и чтобы строили по Божьей нашу жизнь. В этот праздник надо осознать, что же приключилось в Вифлееме. Божий Сын пришел страдать за нас, кто сердцем всем себя Его приемлет. Ведь Он приходит нас с тобой спасать, на наши погибающие души открыть закрытые до этого глаза, очистить от греха и сделать лучше. На кресте Господь распялся, кровь пролил, чтобы души мы с тобой спасти могли. Чтобы мы старались жить и не грешить, чтобы строили по Божьей нашу жизнь. Чтобы мы старались жить и не грешить, и чтобы строили по Божьей нашу жизнь. И мы с тобой заботиться должны во имя будущей им принесенной жертвы. Святое Рождество сие ценить, чтобы в душе не затеряться в царстве мертвых. И в это чудное святое Рождество, по милости, по Божьей, по великой, через святаго Духа в естество, наш грешный мир приходит сам Владыка. На кресте Господь распялся, кровь пролил, чтобы душу мы с тобой спасти могли. Чтобы мы старались жить и не грешить, чтобы строили по Божьей нашу жизнь. Чтобы мы старались жить и не грешить, и чтобы строили по Божьей нашу жизнь. Так пусть сбываются заветные мечты, и в этот праздник Рождества Христова, а жертвы памятую я и ты, творить добро всегда будем готовы. А жертвы памятую я и ты, творить добро всегда будем готовы. На кресте Господь распялся, кровь пролил, чтобы души мы с тобой спасти могли. Чтобы мы старались жить и не грешить, чтобы строили по Божьей нашу жизнь. Чтобы мы старались жить и не грешить, и чтобы строили по Божьей нашу жизнь.